Ну да. Значит, я говорю, маньяк любит. У нас лока нет, у него проходки нету. Да, блядь. Я мобою стучите тоже по периодически. Стучи. Вдруг раздуплится. Тоже пишу. Я не понимаю. Ходить обратно. Вроде все. Говорили, что пойдем рейд, куда-то исчезли все, сразу все хотящие из луна ушли. Ждут какого-то чуда, я не знаю. Чудес не бывает. Все крутое, да? А сколько завтра поставить на час? Да, да. Ну конечно, ты еще как зеваешь. А, пишет лог 4Т4, 46-й. Пеппа. Да, ДП, спроси, все. Пропер, дает, ты пропер. Понял. А че не факт показываешь? Не стыдно? Женя. Свиномамка, свинотетка, свинодетка. Женя. Саш, прекращай. Все, вдруг вкладывай языка стоит. Женя. Женя. Я пока его лохну его. А какая походка? 25 целка, да, вроде? На пол. Да любую десятку надо бы все. Говорю, любую десятку, нахуй. Сейчас скажете, он не прошел, нахуй. Блять. Без проходки. Да стой, блин. Бичи какие-то, да, блин? А ты не противный, то бишь, не будешь там дичь нести какую-то непонятную, тогда можно голос. А меня что, забанили? Если ты токсичный, тогда лучше сиди в чат пиши. Чё, тебя забанили? Ну, нет, это меня чё замутили, я тут громко говорил о любви. Да, я откуда знаю, похож ты на кого, я ж тебя в жизни не встречал. Я тебя просто честно спрашиваю, мало ли, вот есть люди, которые вот меня говорят, у меня жопа горит, я могу всех нахуй послать, и все. Вот такие лучше пускай помолчал. Понимаете? Вот. Леха сидит, его заебут, он говорит, пошли вы все нахуй, и все, типа, и пиздец. Я думаю, Леху и заебывать не надо. Ну, я просто, типа, условно.
Какой-то наверняка. Да, Лёх, да. С комнаты в комнату прыгнул, а иди уже заработал. Блядь, Андрюха, забыл, как называется сериал, с ним советовал, не прикинь. Можешь еще раз сказать? Пиксели. Пиксели, уже опять что-то помню. Ну, типа, трешовая хуйня. Ну, блядь, если любишь трэш, то стоит посмотреть. Подожди, пиксели, это не там, где про игру, а на девка сидит играет. Ну, да, там компания долбоебов. Это ты, значит, мне уже говорил, значит, смотрел я ее. Здорово, пацаны. Здорово. Вон она, нахуй. Здорово. Я бык, а ты корова. Я всегда спрашивал, типа, адекватно я или нет. Я, типа, говорю, здоров, он говорит, я, говорит, бык, а ты корова. Забытил. Слушай, я так тихо сказал, что так микрофон громко не работает, да? Ну, смысл ты понял, короче. Ну, Жека всегда, да, такой. Ну, блядь, это просто в рифму, вот это, здорово, блядь. Я всегда всем говорю, блядь, что ж поел, блядь. Чё за хуйня, ну где Лока достать, блядь? Может, столовки написать, ну-ка. Удали штаны. Шляпу вытащи, блядь. Может быть, столовка раздуплится. Манны. Сейчас напишу, вроде онлайн здесь. Блядь, на цоне же 1900 штук. Нахуй эти статики расформировать. Кто пришел, блядь, тому надо. Да, я такого же мнения. Я такого же мнения, нахуй. Вот это ебанься. Ну, я не знаю, кто как, блядь. Но я с людьми сюсюкаться. Я ебал, нахуй, эту хуйню. Сюсюкаться с ними не надо, нахуй. Надо, они придут. Не надо, нахуй. Идут с пугами, сами соберут. Че угодно, блядь. И сён дрочат. Ну да, просто надо назначать. Без лопа нам будет очень хуёво, на самом деле. Надо мы назначать. Мы никуда не пойдём, всё очень просто. Никуда не пойдём, вообще и близко, блядь. Надо назначать 2-3 дня взломана, и кто придет, тот придет. Да. А не то, что там я чуть проходку только сделал, нахуй, так кто не знаю, нахуй, 10 ДПС нету, нахуй. Блять, вза, возьмите меня, нахуй. Сука, это должны быть самые лучшие люди, нахуй. Тут лут не говно какое-то падает, тут бисовый лут с сундуков падает, блять. Босс сложный последний, да и, ну, боссы такие серьезные, блять. Да не, кстати, Зулджин по сравнению с X3... Ну, вообще помойка полная была, блядь. Мы его убили с первого раза. Вот, смотрите, здесь лок стоит, 56-й, прям no to sleep. Не знаю. Да, по сравнению с X3 люди дают 2 раза больше ДПС. Что вы не сравниваете? Да, на X3 он такой же. То бишь, я пришел сюда, вот когда на престе, блядь, я увидел, тут ни дамага, блядь, по рейду нету, ничего. Без, блядь, каких-то прожимов, без нихуя просто закрыли на вот. Пробежали, пиздец. В смысле? Мы перешли на джедалая? Мы решили, что-то у нас здесь диспелло нехуёво, давайте ДЦ спекнем в ШП и там другого хила в рестера, по-моему, друида. В итоге, мы начали диспеллить, первое дыхание, бах, минус 2 человека. Не, ну, короче, мы вайпнулись из-за меня тоже, типа, у меня с кража на хэм стоял, типа, один диспелл точечный, типа, не по 2 диспеллила, а по 1. И тогда там, короче, не хватило диспелла, сожрало двери, типа, вот, там чисто мой проеб был. А так потом, типа, вообще, ну, типа, не чувствовалось. То, что мы ходили, просто бить начинали раньше петухов этих. И все было нормально. Я помню, понимаешь, я помню зломан такой, где ты, блядь, за 2 раза открываешь яйца, нахуй. Ты не можешь их за раз открыть, потому что пизда, нахуй. Это да. А там обязательно есть открывать? Если без саппорта, без хп, короче, первый босс просто шотает, блядь. Второй каст прилетает, все, нет, типа, нахуй. Алста вообще, говорю, там, надо лютый был, чтобы, нахуй, убить его, блядь. Постоянно берса, нахуй. Вот то, что мы сейчас делаем, кстати, заложили то, что мы сейчас делаем, это такая редкостная поебота. Вот, если кто ничего не знает, все стараются не зафейлить, и ДПС теряют просто пиздец сколько. А вот когда я ходил на X1, там ты чуть-чуть прослакал, и все, вы в бирсу упираетесь. Да тут Т4 апнули, из-за этого все легко. Тут раз апнули. А у нас, ну, рейл на ретрике, а ты что, Т4 если не успел выбить, да, или что?
Чувак, давай без этих вот болезненных тем, ладно? Не-не, ну я, мне просто интересно. Я же да подвис... он ему не нужен, но он говорил... Да, лежит два куска, я третий кусок у меня спиздили на этой неделе, а в горожан я еще не ходил. Это четвертая неделя, когда я выбиваю себе Т4. А голды дохуя? Голды дохуя. А, у тебя первая випка, ты не попадешь туда. У нас на острове с четвертой випкой, понял? Стоит тип крутящий. Я знаю. Да, я не донатил просто. Я, короче, за 70 тысяч я себе ДЦ полностью одел бисово. Ну, я еще выскидывал. А я у косарей вылутал 4 ключика, и из них 4 баджика РБК. Ебать, ну вот это обидно, сука. Вот, да, вот это да. А там, там нужно, короче, делать это все после ребутов, ебать, когда система обновляется. Ну я вот заметил, по крайней мере, такую хуйню. Да, мне кажется, они немного его подрезали на некоторое время. Ну понимаешь, короче, я ловлю жабу ебаную 8 часов, тип сбоку приходит, блядь, с первой лунки раздает жабу. Я думаю, иди, блядь, скройся, долбоёб. Вот это такой рандом. Вот Петя пошел, короче, вот, 10 тысяч закинул, залутал, блядь, сколько-то, не помню. За 10 тысяч я вытащил 8 ключей, блядь. За 100 косарей 4 ключа, вот разница. Я с первых 70 косарей, я, короче, знаешь, что сделал? Я решил, что прокручу все в ноль, нахуй, и только потом пойду лутать ящики. 19 ключей за 70 тысяч я накрутил. Ну вот, а у меня 4 ключа. Супер, дохуя что-то. А потом... Нет, слушай, блядь, супер, у меня супер, даже дохуя. Оставались, могу поскидывать. А потом я въебал все в ноль, ну в итоге всю голду я проебал. И единственное, ну, что я полутал, это Т4, все. Правильно. А совсем дохуя, это когда я за 24 косаря 8 ключей достал. Не-не, это реально такое может быть. Я не знаю, как просто это работает. Когда мы крутили, там не было еще ДС этой рулетки больше. А я так и не дошел этих ДС в этой рулетке, блядь. Да, я тоже до ДС не дошел. А сейчас ДС падают, да? Ну, теоретически должны, они когда в магазин добавили на X3, сразу же добавили и в Сэмми. Теоретически должны, но, по-моему... Либо они там есть, и они очень сильно подрезали шанс дропа ключей, где я 100 косарей как раз проебал. Либо всех наебали просто. Либо всех наебали. А это был голос, который чуть-чуть покрутил и достал коня, блядь, с этого сына. Ну, знаешь, сказать «все наебали» — это то же самое казино, блядь. Да, это ебаное казино прям. Не, ну ты же знаешь, что ты идешь тратить деньги. Ну да, да. Поэтому говорить, что тебя наебали, мне кажется, это ну так... Не, ну у меня ощущение. Ладно, говори. Он, типа, короче, байт. Типа, вот, знаешь, когда рулетку обычно крутили, когда там где-то на X2, вот и брюль. Типа подходит, крутит рулетку, блядь, и линкует просто брюль, нахуй. Второй брюль линкует, нахуй. Вот условно там пошел, тут крутанул, блядь, пошел, типа, линканул, о, блядь, ДС упал, третий линканул ДС упал. Ну, есть же додик, который мне хочу делать. А пятый поверил, нахуй, все. Не, ну я, как я бы, тебе скажу, это делается реклама, ебать, чтобы это, блядь, крутили за бонусы по поводу черных брюлей. Это делалось специально, типам выдавалось, ебать, в сумку, блядь, там, 5 брюлей, блядь, и скрины предоставляли, что им это падает, ебать, и пиздец. Сейчас, стоп, лог. У меня лог пишет, зачем искать лока, если мы зонролим все равно, ну, через пуга зонролим, там, для него же шмот. Прикольно. Ну, там, может, не одна шватка, во-первых, падает головешка, падает кольцо, падает посох, падает, блядь, плечо, еще там что-то. А, и плащ еще. Ну, все за андролем, why not? Я могу лока 45-го взять. Говорит, все знает, проходка есть. Берем? Бери. Если ты его знаешь, то ты тоже. Ну, смотри, у нас все ебашат по ДПС, просто все. Типа, думаю, я дал лока, и 8 тысяч ДПС мы протянем уже, нахуй. Окей, но это не мой знакомый, это просто ОФГ какой-то тип. Проходка есть. Там я понял, что это твой знакомый, и все. Давайте уже кого-нибудь возьмем просто уже долгое время, блядь. Да, надо это, короче, пройти и пойти рыбу мне ловить. Я раздай пока эти... Банки. Ты вот 50-ку пойдем потом? Можно. Но если на фул, я пойду. Мне надо на фул полотенцем закрыть, чтобы был еще один доступ до взломанных, чтобы с вами за компанию ходить, типа. Да, то согласен.
Ну, я просто по-человечески пристань не могу отдать. Там, типа, он забитый, типа, в статике. Там реально прям статик и все. Ну, там статик первый в гильдии, блядь. Андрюх, появится паладин по этому левелю? Да, если надо, я сделаю его дроп по этому левелю. Но он еще 245 или что? Но он бомж. Я скажу, прямо откровенно. У него есть шея, ты, кольца, все у него есть. Но по ДВС он бомж, нахуй. Я с этим могу разобраться, если надо будет. Ну, бля, ты меня видел? Кого ты еще бомжом называешь? Ну, ты понял? Я на ступеньку держу свои, и все, короче. Никому не рассказываю. Да, не знаю, 4/10 купи и бегай, радуйся жизни. Все у тебя будет хорошо. Будешь топить там 1000 норм? Просто еще, понимаешь, я должен за паладином. Мне глаза там просто нахуй посылать, понимаешь? А там просто, знаешь, двое. Дайте диссему. Джуда, где-то я видел такой ник. Вроде нормальный. Чарки, сокеты, масло, все при нем. Здесь, Ваня, ты знаешь, да, что делать с банками? Будешь рассказывать? Короче, один хочет, да? Ты расскажи, а я быстро ребутнусь, чтобы меня не это, во время пробежки ничего не кикнуло. Давай. Блять. Я тоже крест заверну, в всякий случай. Время дороги не отменяется, кстати. 1000 ЕП. Начинается. Тех. Кто там в других гильдиях, мы найдем эмо в админу ваших гильдий и попросим снять ЕП. У нас ЕП нету, у нас консул луки. Минус скролл попросим, блядь. У нас ролла нету, у нас консул лут. Уважение минус попросим. Минус очередь, значит. Ну, у вас какие-то приоритеты есть, правильно? Попросим минус приоритетно. Будешь как в спекул ролить. Мы попросим его удалить из гильдии, примем все в гильдию, дадим ему минус ВП и все. И гигнем нахуй. Петька, делись банками. А мы с гильдии берем в банки или каждый сам свое? Каждый сам свое. А у детей нету. Да есть. Можешь взять из гильды, только галду верни. Раз уж удар меньше. Галды. У меня свободу есть. Часик. Я их разбивал по две штуки. Поставьте рыбу поесть, мы сейчас первых убивали. Подожди, все придут, потом все расскажу. Бля, Женя, давай без забывания. Обмен на хая, пожалуйста. Ну-ка, Лука, посмотрим. Лок. Локу голос дал. А вы видали, кто вошел в гильдию? Кто? А вот вы не видали, а я видал. Кусяв. Стоять. Нормально, доктор. Следующий. А кто, Петя, да, танчит? Да, обмен. Евдикей будет танчить. Евдикей. Махай обмен, банки получите, блять. А что за банки раздаешь? Хуй знает, Ваня что-то придумал. Мам, дай по ШПМК, пожалуйста. Так, возможно, засамоньте, пожалуйста, шамана. Издеваешься. ДЦ, а можно поэсочку по мне всегда? Петя скоро кидаться будет этими банками. Не, по мне можно. Ну этот макрос. Вот Лок, сделай макрос по М, чтобы я это. Кинь шкаф, Лок. То я забыл. Короче, тут кинь активности шкаф. Никакой, Вань. Активности всем никакой. Всем привет, ребят. ДЦ, ты что сказал? Не понял. Я говорю, сделай макрос, чтобы в ПМ там спамить его. Чтоб я видел, типа, а то я забываю обычно, могу проебать. Да ты просто на опе не давай и все. Ну типа, я не гарантирую, что там ты с опы. Ну у нас. Я тебе буду говорить в любом, хорошо. Ну да, говори там, как удобно, говори, или макрос какой-то, блядь. Кинь себе ГБ кто-нибудь. Не дам. Шлёп. А то я, знаешь, когда ДЦ шу, блядь, в облаках летаю, блядь. Ну чё, много рыбы возьму. А ну чё-то, блядь, для отхили тяжело.
Он в облаках летает. А у нас Лема нету, да? У нас это Рестер. Могу сбыть Елемом. Пойдем в одного ДЦ. Подожди, а сова есть, да? Нет, защита сова нужна еще. А, у него мне меткости не хватает, боже мой. ШП же у нас. Закинет гильдию. Да похуй на этот крип, блядь. Так ДПС есть. Ух ты, прикольно у этого. Глаза светятся зеленым. Короче, что мы делаем? Сразу идем на петуха, зон, который... Первые две пачки сейчас прочистим, потом добегаем. Что происходит дальше? Скибиди и... Пусть будет Войд. Накидывайте орехи, накидывайте омоложение и тупо съебывайтесь. ФДК и Хай там пробегают, но у вас должны быть орехи, омоложение, вся херня, короче. Бьете перед этим фридомки и бежите, короче, до победного. Возвращаемся, добегаем, убиваем босса, берем дуан или СС. Трес, суманули всех, быстро похавали и побежали. Босса, ебал он в пол, от лута все... Ну ладно, я мастеру поставлю, похуй. Да не, пускай отказывается просто, кто, блядь, заменит лут, нахуй, просто каких-нибудь пиздец. Не, не надо, нахуй, не надо, я вам скажу, сразу не, мастер лут. Мастер лут и на себя, нахуй. Случай. А тут вот не гарантируется. Бля, были приколы, челы все отказались, все быстро умерли, а в итоге лут остался в боссе. Это было очень смешно. Пускай он забирает, мы пробежим и присмотрим. Это ладно, разговаривайте. Барабаны есть у кого-то на 8? Да, уже дал. Хорошо. Андрей, вот это забери. Ну, точечно повесь на РДД на 10. Сейчас пока похер, да, на боссе развешиваю. Короче, дальше второй босс. Но тактики, я надеюсь, вы все знаете, так что я не буду все это дело рассказывать. Лох не знает. Ну и все, по сути. Второго босса убиваем, добежали и упали, и балом в пол. Дальше идем на рысь. До рыси там пешком добегаем почти, ну, короче, до парапета, почти до Малокраса. С Малокраса перебежка до острова, потом ебало в пол, снова перебежка до рыси. На рыси трэш зачистим, потому что он очень часто агрится там. Трэш зачистили, убили рысь, все. Пилы, вы уже знаете, что делать? Так что стоп, я, короче, сейчас стоп, ну какой, блядь, трэш на рысе чистить, ты чё? Ну, перед рысью стоят мобы, они агрятся иногда. Чего они загрятся? Поставим, как в прошлый раз, как они загрятся. Ну, окей, давай. Просто вот мы ходили с этими с вечерними, там загрелся трэш, когда босс искули. Вагоны, значит. Ну, окей, короче, на присутствие будем потиху выдвигаться. Просто не АФКшьте, все будет кока-кола. Все готовы? Поехали. Долбим барабан. А таймер запускается, когда ворота откроются, да? Да. Кто там у нас Петя в танк, да? Ну, короче, ребята, помню, на маунтах не прийти вперед, вас телепортнет обратно, то бишь. Дай, кстати, мурки на танков, пожалуйста, чтобы мы их видели, а не тебя. Чтобы знали, зачем? Что там. Сука, да, я сказал. И не зачем ты там. Короче, Петя, твой слева-справа вот эти два дурака, потом убежишь от них к нам. Конечно. По ЛПХе просто скинем, но... Конечно. Андрюха вниз бежит и забирает мелких. Приоритет убить именно вот этих жирничей двух. Так в итоге Петя, да, не Федикей будет? Ну так пусть Петя. Т4 есть, Петя? 4 или нет? Нет. Ага. Ну ладно, похуй, плюс похуй. РСС расскажи. Что? РСС расскажи, лоб спрашивает уже полчаса. А. Сейчас, короче, сейчас добежим, я тебе скажу на кого сейчас. У тебя есть масрез на локе или нет? Есть. Хорошо, короче, на себя СС закастуешь, когда я тебе скажу. Твоя задача — это держаться посреди танков и бежать за ними.
Сейчас спрошу иначе. Лок, ты бегал, шаришь, все? Да, нет, и все. Все. Чёрки. Не заебывайся. Голос, если что, у тебя есть. Слышу, долго он запускает. А мы в прошлый раз даже не подходили, не били нихуя, и он сам быстро очень запустил. Все, запустился. Готовьтесь. Друг, есть люди кинуть? Ты слышишь. Окей. А, ты не, ладно. Во-первых, мобов можете двухминутки втопить, когда соберут их. Первых, да, может быть, если не будет. Когда эти все нормально забрать, и надо напулить будет мелких. Черепок поставил, звездочку поставил на двух больших. Забирай мелких. Дальше, дальше. Двоих тоже. ДЦПС. Поехали по звездочке первой. По звездочке первой. Рахил танка. ДЦ. Похер, сейчас. Это кто говорит, Лок? СШП говорит. А, свой я Локу, да. Заберите звездочку, пожалуйста. Звездочку. Уходи, пожалуйста, с трэшем с пака, пожалуйста, потому что неудобно игра. А я думал, что тебе удобнее было его выбрать. Дальше. Все, добили его, сели на маунт, побежали за щипком. Аккуратно, там бродячий моб будет не сагрить его. Лок, сейчас добегаем, кидай на себя СС тут. Бегайте с танков. Там фидикей в танка. Петя, ты если что, первый бежи. Да, да, фидикей, да. Просто один шлот на себя, не можешь спекнуться. Просто шлот один, все. Прохильте танков, звайте бомжей. Нажали все свои сейвы, танки 3, 2, 1. Сейвы нажали, побежали, захватали танков. Вперед. Ты далеко, беги быстрее как-то, я не знаю. Боб дал. Все, и балом в пол упали. Упали. Все упали до единого. Выйди с формы, Спиной стань к ним. Женя, там тоже умирай. И интим остались. Или ты скинул? Нет, ты получается, я признаю. Скин остался, блядь, один пункт. Вставай, лок, масрез. Я дальше? Срез. Нет, ты в ДД. Один там. Уфолог, да, у нас будет? Да, уфолог. Ладно, окей. Я думал, пацанам дать салу. Шкаф блядь, поставил. С уманем. Да ШП есть? Есть. Колосом? Скибиди с уман быстрее. Ну че, пати, за пати мне. Сейчас с уманем скибиди, сразу каски бафните. Каски кидайте, каски. Ладно, МК по ШП дай, пожалуйста. Угу. Гера с пула, как всегда. Да, Гера с пула и бьем. Поем.
Кстати, 3, 2, 1, 0. Тотем на природу не забываем. Геро дали. Милики у левой правой ноги стали, чтобы не все лутали стаки. Бля, все я для зону от милика зацепил. Отойдите чуть подальше, чтобы на тебе Марсес, он далеко, я его не вижу. Бля, не перебивай, пожалуйста. Отойдите АДД чуть подальше, чтобы милики могли, если что, отбежать. Хорошо. Буря 20 секунд, это... Болтать от меня. Да. Все в порядке. Борт. Буря 7 секунд. Сейчас будет заряд, скорее всего, заряд, потом буря. Сбежались. Холока. Разбежись. Пока ты не смотри, короче, не отходи так далеко. Стань лучше за спиной танк у меня. Типа просто кругом вокруг бога. Я понял? Так и сын. А. Начинаются петухи, если есть бомжи, можете их скинуть под. Если в мелизон еще будет кастить, нажмешь. А, на сейва нет, ладно. Топьтесь, милики, разбегаться, если что. Кого кастит. Уфолога поднять. Руку дал. Подкаст надо просто милики. Отойдите, милики, от босса чуть надо расплитить урон. Дикей. Сбежались быстрее к человеку. Айда поднять. Трэнш. Отойдите кто-нибудь, я дам диван. Интим, отойди. Диван дал. У тебя расовая еще должна быть, что? Так я нажал тучу сейчас, чтобы отбежать, а ты мне дал диван. Не понял. Последнего дам бьют. Законченный, вот и сам, я подробно скажу. Спорт? Выходи, выходи. Я не в том спеке, не башу. Отбегай, отбегай, отбегай. Ресси, таргет. Или масс, масс есть. Масс на КД. Мы же можем сделать это. Репать и опять выйти на стай заново. Нет. Надо убивать сейчас сразу, нельзя. Масуху воет, кастуй сразу. А, подожди, да, можно же, да, реально можно. А, перезапуск есть? Да, да. Давай все, пойдем тогда. Да, давай. Выходите из тела. Я дебан, вообще просто, типа. Так вы, это премия Дарена. Выходите из тела. А, выходит. Блядь, ну я короче, вообще, типа, не то, я смотрю уже... Блядь, ну нахуя вы босса сагрили, сука? Чё там отагрился уже? Выходите из инстанции. Да, теперь у меня повисло. Можно просто репатия сделать духами. Зачем же резаться вам? Резаться не надо, да? Сейчас. Всё, давай репатия, просто заливайте. Репайте, чё, блядь, я повис из-за того, что вы босса сагрили. Ну ничего, перезаходи пока. Давай соберем. Ну. Бать конченый нахуй. Я думаю, что тебя так шибет нахуй. У тебя какой-то шмот другой был, да? Да там все другое было. Там не было минус 12% урона по медведи. Кому еще пати не кинул? Присту. Четыре кнопки. Прист. А то сейчас прист. Его этот шаман его тут убьет его. И Марсес. Марсес. А я не могу пати взять. А, вот. Марсес еще. Так, короче, на тебе ассистовый.
Короче, все то же самое, только смотрите, Милека, у вас задача, если вы полутали 3 стака, просто стопните ДПС, отойдите от босса, чтобы вы стояли отдельно от всех. Ваня, ты проружился? Нет, еще. Ружись. Если вы скинулись, ну, видите, что молния не вас после 3 стаков летит, следующая уже будет после скидывания стаков. Что, сколько? Главное подряд 4 не словить. У нас 3 милика, да, или сколько там? А, да, 3 у вас, и танк, у вас 4 получается. Ну, такой сбалансированный рейд получается. Танк, 3 милика, 3 ДД, 2 хила. Нет, прекрасно. Крита никуда нету, вот это плохо очень. Я, походу, с маской. Да. Почему? Ну, потому что у меня, блядь, дух в запределье, ёбано. Не-не, нажми вернуться на кладбище. Я нажал, да. Всё равно запределье. Чё, блядь. Ты сначала пати ему дайте, и тогда он вернется в этот инст. Ну, как бы да. У тебя-то дух в это тело на инсте. Да, а тебе надо пати. Потому что мы скинули инст, и у него закрылось. Сейчас попробуй мы... сейчас. Сейчас разбавится. Нет, я все равно в пизде где-то. Лидером был там. Тихо. И релогнись. Попробуй. Может пусть. Да, попробуй релогни. Тогда может появиться вот эта хуйня вернуться в этот инст. Сейчас я нажимаю вернуться, я все равно за пределы перед шатратом. Но... Дай ему лидера и пускай вернется. Релогнится. Короче, делай релог, пробуй, если нет, то придется ждать минуту, блядь. О, блядь. Может, исправить персонажа? Я хуя. Исправить персонажа и делает 10 минут такой же маски. Короче, если ничего не можешь, просто делай вот, что должен делать. Делай маску. Окей. Надо было пати не распускать, надо было подождать, пока он релог не сомнел. Надо было, блядь, танку просто спект нормальный сразу ебать. Вот, не надо там искать никого, я виноват. Так, маску ждать будем, да? Ну, по факту, да. Ну, рейс, если убиваем, да, похуй. Маску ловлю тогда. Так, ладно, пока маска, я офнусь. Симоните меня. Только маска не текла. Мы сейчас пока мы зайдем, пока он вызовет, пока мы туда добежим, блядь, это... Тоже, блядь, займет 10 минут как раз. Ага. Че, мы заходим? Ну, мы на боссе вайпнулись, было 14 иди, минут. Смотрите, пока его потолок камни сосет. Идите, смотрите, мы пинали босса, вайпнулись на боссе, у него оставалось 14 минут. Таймер начинается с 20 минут. То есть за 6 минут мы добрались до босса, порезались и начали его пинать. Нам как минимум 5 минут надо ждать его маску. Ну, 5 минут. Давайте для начала мы зайдем и посмотрим, работает ли вообще обновление. Да, обновляли. Таймера нету, мы зашли, таймера нету. Все, таймера нет, значит, зайдите в инстаграм. Смотри, я что хотел сказать. Раньше, когда ты запускал таймер, у тебя вешалось КД автоматом на весь рейд. Нет, сейчас нет такого. Ну вот, я об этом и говорю. Это только в ВВХ сделали такую хуйню. Там да. Короче, 9 минут. Надо подождать буквально 3 минуты и запускать его. Пока мы там резимся. Да. 5 минут, 3 минуты, там и что? Пацаны, у меня банки нахуй все. Поставилось? Да, да. Я поставил 5 минут, давайте. Всем привет, ребят. Чё, как сегодня целка прошло? Да как и должно было быть. Убили все. Выпала хуйня, правда, так? Интим, ты здесь? Как дела? А, здорово. Нормалёчек. На этом, на X3 с тобой катали, до Ксиона. Ксиона, что-то знакомое такое очень. Блин, сейчас долг отдай 10 000 золота, нахуй.
Нет, там не ролили вроде. А вы же Зуламан прошли? Нет, еще начинаем только. А после Зуламана не пойдете никуда? Не знаю, я оф. А, по домам пойдем. А вот в ЦК здесь обычку 234 можно вщемиться? Или это еще рано? Сколько ДПС даешь? Да я не знаю. Ну блин, там может 7-8. Ну если сильный пати, то можно. Т4 если нафармил, то можно. Не, мне только 2 Т4. Я сегодня, блин, пошел за Т4, там договорился, что если что, там два куска по 20 выкуплю. А это не упал ни один из них. Вообще капец. Ну, посох купился за 5000 такой же. Ну да, 8000 ретрику, это вообще пиздец. Не, я не ретрик, я лог. Нет, это просто, ну, вот у нас в рейде ретрик 2 Т9 и 2 это. Не, ну вообще нихуя не летит. А Т4 им хорошее сделали. У нас в гильдии тоже типы имали. А даже печеньки 260 не забирали нихуя себе. А сейчас бедолаги бегают и пытаются их выбить. Вот и все. И обратно в Т10 пойду. То что? Говорю, завтра нерфанут Т4 и пойдут обратно в Т10. Ну подожди, а в смысле нерфанут? Ну они дамажат, как я там, ну, ретрик, как ШП дамажит. А недавно сама хуярил 25 тысяч, ты понимаешь, а к чему? Че там, Петя, где? Мы бежим. Да тут я просто этот. Ну там перерыв заканчивается, я не знаю, все тут, нет. Я не знаю про перерыв. Маску взять сколько было. 40 секунд. У меня ассиста нет, чекать. У кого ассист есть, чекать, короче. Ну, маска минуты 4 еще, но мы пока трэш, пока туда-сюда. Нет, 4 минуты. Но он сейчас вызывать будет еще 5 минут, блядь. Ну, еще, все, да, еще долбить будем. Ну все. А можно начинать, да, цифр? РЧ сделайте, все тут. Не знаю, код. Ой, сделай РЧ. Ну, а, долго тоже. А все тут ушел долбит, блядь. Марсес, кнопки, скибди, лока нет. Лок. Охуенно. А нахуя вы запустили, блядь? Скибди и кнопки остались. Охуенно. Надо писать в ДИС. А что там толку писать, если он нас не слышит, то толку что писать, блядь. А кто запустил, интересно? Может, увидеть вообще? Не запускал. Кто запустил, сука? Минус. Кто второй ебан после меня, на? Блядь, изверги, что вы делаете? Давайте скибиди долбим быстрее в ПМ, блядь. Жека тут? Только он остался в К. Да суманем все равно, потом какая разница. Ну да, трэш, блядь. Трэш мы зальем. Трэш зальем. Соло зальем. Я вас уроню нахуй. Так что либо по два моба, блядь.
Ну, Женя! Евгений. Короче, готовьтесь, если что, по два моба будете бить. Ой, блядь. Дай лапку, кстати. Да я был жаль. Не жмите нахуй, пуги нахуй. Такую хуйню не делайте никогда, блядь. Вас не просят, блядь. Сука. Заберу ваш анрол нахуй сейчас. Кто это сделал? Пидор какой-то. А с вашей гильдии какой-то человек подошел. Я начал бежать к нему. Спереди меня кто-то из вас был, и он нажал. Я не нажимал. И мы тут поехали. Все, повезло вам, блядь. Вот смотри, я проебался, я признался, блядь. Вы такие все душные в этом плане, блядь. Пиздец просто. Ну, я не говорю сейчас именно в этом роде, а в общем говорю, у нас зелье, блядь. Проебался и начинает в 1000 отмазок на вот секунду, блядь. Я зашел там уже, он подошел. К гонгу. Жуна, посмотри, кто это сделал, да? Двух минутки отдавайте. Дай по мне ПС-очку. Ух, залетел от бури по 500 урона, кайф. Петя, ты хоть одного мобата не хил, блядь. А, ну так, ну конечно, медведь не пробивает. Как ты не заметил на трэше, нахуй, что ты не в том флоте? Да я хуй знаю вообще. Ну проебался, блядь. Просто все. Жесть. Ты на шмоте был или что? Ну, он был в спеке кота. Был бы что. Да еще ладно. Ну что, обошлись? Побежали. Маска спала. Пункт управления бригады. Лок по себе, СС. Спекайся, да фатикеет все шмотки один просто, да. Захильте фатикея, накиньте на хая орехи, все брусты, все тисты вы нажали свои танками. 3, 2, 1, побежали. Поставил чаепок на танка. Первый должен хай бежать. У него орехи и быстрина. Побежали, побежали, побежали. Все, окейшки. Все почти добежали и баллом в пол. И баллом в пол по-быстрому. Торлов, умираем. Приз на счет 3. Умри 5, пусть приз нажмет просто. Жми. Отжимай. Послез. Блядь, братан, я видел это. Не, ну. Ох. Там просто некоторые там от всяких доты хуйни, типа, не отогреваются. Шкаф сразу ставь, лок. Пачки бить сразу само дело. Бобу. Поставил за шкафом. А что, Ферал, если побежит самым последним и потом посреди дороги нажмет стелс, он войдет в комбат тоже? По дороге вот повяжется комбат. Нет, ты не понял. Если он будет бежать самым последним, и на него ни один моб не пойдет. Ну, хз. Зачем что-то новое придумывать, если все работает? Давайте, 3 готовы. Отбегайте. Сейчас, секунду, рыбу не поеду.
4, 3, 2, 1, понеслась. Гера. Теперь самое, ШП, Марсе, освободите босса, как-нибудь. Я не могу вас хилить. Чуть левее, пройди просто же. А на человека 25 обычку попасть надо. Чел, вообще, не вообще не вовремя. Денис, уходи. Там по мелизоне много прошло. Надо засчитывать мелизоны. Антикрест, там парни, я не слева стою. Это. Вань, ты справа, а Бонс сзади. Считать мелизону, воида полетела, нормально. Сбежались. Соня, окей. Смотрите по таймеру сами, пожалуйста, я не буду это наносить. Пошли орлы, если есть бомжей, закастуй, будь окей. Да, 4 секунды. Опять и сливал их вроде на перебежке. Первый стак в милик. Сбежали с мелизон. Вышли. Есть левитация? Нет левитации. Больше шансов на ошибку у вас не будет. Если без херни, пожалуйста. Бля, думаю, что за хуйня? Я до тотемов тупо не достаю, но. 300 в мелизоне, готовьтесь выбегать, если что. 9 секунд, бой, буря. Еще один будет залп, потом буря. С мелизоне. Плюха по скибеди, ладно. На next буре по скибеди дашь это инер. Вышли. Резон. Еще не резон. Я зависла, что у вас нет. Присутствует. Бля, это серьезно. Ничего, бьем. В мелизоне. Надо будет разойтись. Я 3 стака вышел. Ты меня выпустит или нет? Да, сейчас не уверен. Сейчас нет. На попы лупишь, что получишь. Сбежались к Марсезу. Да, пожмитесь. Упали. Просто упали. По новой. Это было супер далеко. Почему вы не смотрите, что будет буря скоро? Почему вы не сбегаетесь? Это вообще как-то очень печально. Короче, смотри. Не стойте далеко вы так от босса, типа кругом стали, все, 4 каста прошло, под босса подошли. Короче, встали, треснулись, вышли из места. Обновим. Не знаю, что вы чудите. Особенно майки, блять, новый. Шаман.
Пожалуйста, ставь на центр, прям в босса тотемы свои. Нет, ты будешь стоять там, где я стою, а ты будешь бегать, и станешь вокруг меня. Не надо. Жень, ставишь центр тотемы. Тотемы просто, не в тебя, в центр. Тотемы в центр поставил и ушел на свое место. Нет, я буду стоять там, где я хочу. На свое место ушел. Ты что, прикалываешься? У тебя с другой стороны от босса по диаметру, у тебя не достают тотемы до людей. Это не мои проблемы. Женя, слышь, ну, типа, чё ты, ну, чё за хуйня? Типа, он тебя не бычку, нормально говорите. Чё за бред, нахуй? Центр на тем поставь, всё, на этом точка. Должно до всех доставать. Давайте, репайте последний раз, если какая-то хуйня, и, короче, это... Так ну, скинули уже. Что-то вообще сегодня не то. Тогда давай пати мне обратно раскинуть. Какие пати, уже все обновил, позже. Ну так давай мне пати обратно. Там не надо и пати делать, что. Я не знал, извините. Давайте выдохните, бля, давайте спокойно, ну, потому что если, короче, вот этот душняк, короче, через вашный, я не хочу там присутствовать. Через вашный, я вообще не помню. Я